Приветствую вас, дорогие друзья. Итак, Miele VivaStar W300 Water Control System. И у нее вот такая вот проблема образовалась. В целом машинка в отличном состоянии, все хорошо, но есть такая проблема. Включаем мы, значит, сеть сначала, потом включаем ей какую-либо программу, нажимаем кнопку старт и немного ждем. Немного нужно подождать. И, кстати, обратите внимание, вот у этой машины есть дозирунг-пруфен. То есть проверяет подачу моющих средств, порошка. Потом у нее есть проблема, если обнаруживает проблему со сливом, она это также проверяет и дает. И вот самое нижнее, Sulauf Proofing Program Correction. То есть на данный момент она показывает проблему с набором воды, сигнализирует нам. Что же это может быть? Конечно же, это в первую очередь сама вода. Проблема, что нет воды, да? На самом-то деле ее сейчас здесь нет, но даже при подаче воды тоже покажет эту проблему. То есть именно с этой проблемой машинка и пришла сюда. Приходил мастер, сказал, что это очень тяжело, очень сложно, и проблема с электроникой. Электроника, кстати, вот она вот здесь вот. Вот, ну и в Германии это на самом деле очень дорого. Он сказал, что будет стоить 150 евро. И, конечно же, люди отказались. Видимо, мастер даже пытался снять здесь электронику и что-то обнаружить, но сломал вот эту пластмасску. Ну, проблема вот такая, проблема с набором воды. Что в первую очередь нужно, на что нужно обратить внимание? Конечно, это может быть на плате, конечно же. Нужно это в первую очередь и проверить. Но начинаем с самого конца. Вот здесь у нас есть вот там клапан. И про эту тему мы уже не раз говорили. Есть предыдущее видео о том, как решить проблему, если нет подачи воды. Но вот у нас сейчас конкретно именно вот это. И как же ее устранить? И вот там этот клапан, давайте я вам сейчас его покажу более наглядно, как он выглядит. Значит, вот я достал такой же, ну, в принципе, да, вот сюда мы подаем воду, и вот этот вот электромагнитный клапан, он регулируется за счет подачи вот на эту катушку магнитного, то есть переменного напряжения 220, которое вызывает магнитное поле, которое воздействует на магнитный сердечник здесь внутри, и воздействуя на него, он открывает воду или наоборот закрывает подачу воды. Ну и в общем-то вот сейчас вода всегда закрыта, никогда, то есть вода не подается. И в принципе, вот что же, как же эту проблему решить? В первую очередь нужно прозвонить, целая ли обмотка вот этой катушки. Берете тестер и прозваниваете. Я сейчас это уже проделал, не буду это опять показывать, но катушка целая. Дальше я подумал, может быть, проблема в этих проводках, может быть, контакты. И вот сам разъем вытащил. Дальше идем вот сюда, вот в этот блочок. Потому что этот блочок, действительно, он стоит как бы на стыке, он коммутирующий. Сюда приходит наши 220 вольт с платы. И нам нужно обратить внимание на целостность. То есть, в самом деле ли он работоспособный. И сейчас я его сниму. Снимаем. Тут колесики распределяют подачу воды на лоток, на порошок, куда, какой, сколько воды нужно на порошок.
Но нас интересует вот эта вот платка распределения, и вуаля, совсем не сложно, но дефект именно здесь. Здесь был плохой контакт, вот он. То есть проблема решена. Ура! Вот такая вот проблема может быть и у вас. С этим своим видео я делюсь с вами, может быть, и у вас тоже такой же дефект вдруг появился. Но если не здесь, то вы идете по цепи дальше и смотрите на плате. Совсем не сложно, там может быть так же самое, вот такая же самая проблема, как здесь, с отсутствием контакта, прогорел контакт, ну, либо какой-то элемент на этой плате. Все не сложно. И стоит гораздо дешевле, чем 150 евро. Так что обслуживание такой машинки, да, хоть и есть какие-то дефекты на машинке Мили, но они тоже решаются. Включил, и вот она уже что-то показывает. Слышите, наверное, шестеренки начинают скрежетать немного. В ошибку не выходит машинка, значит, все хорошо. Включил. Клапан гудит, если слышно, да? Клапан гудит. Но так как воды сейчас нет, он еще раз пробует. Ну, в общем-то, все слышно, да, что клапан гудит. До сих пор этого не было слышно. Он просто показывал эту ошибку, как вы сами видели. Сейчас же все хорошо. Клапан там гудит. Он ищет воду. Не найдя воду, ну, когда я уже подключу к воде, она пойдет. Сейчас просто отремонтировал и рад этому. Всем пока-пока.